Introducing first, a mixed martial artist holding a professional record, 18 wins, 10 losses, Michael Johnson! And now introducing his opponent, holding an undefeated professional record, 23 wins, no losses, Habib Nurmagomedov! Так, первый раунд. Очень осторожен, аккуратен, удерживается на дальней дистанции. Пасен. Левый прошел. Ну, Хабибу сейчас посылки для прохода. Поджимает Хабиб Нурмагомедов. Понимает, что только создавая вот такой бараж, может удержаться. Россия близится, пресекаются очень жестко. А пока план Джонсона работает. Удается на дистанции двойка держать. Ему сейчас войти в клинч. Еще одно попадание. Жестко атакует, проходит Пи. Начинает набрасывать удары. Очень тревожное начало этого поединка. 20. Левым локтем очень активно работает Хабиб Нурмагомедов. И... ногу Нурмагомедова Майкл Джонсон, но удар локтями. Хабиб. Еще одно попадание. Туда же. Целуется, еще есть время. Но внимателен большой Джон Маккарти. Наблюдает. Отшвыривает буквально Джонсона Хабиб и заканчивается. Драма у нас разыгрывается. С меньшими потерями совершить тейкдаун. Старается держать на дистанции Майкл Джонсон. Устойчивый. Хорошая двойка уровень от Хабиба. Да, двойка точная. Конечно же, Майкл понимает, что здесь... начинают поддерживать. Не было плотного захвата. Вновь... соперника Хабиб. Отлично! Три минуты с небольшим. Ну и во втором раунде у Джонсона не получилось создать. Получается, не рискует, дабы сохранить тот самый контроль и совершает каких-то ненужных движений, не суетит. Джонсона на то, что надо. Надо! 100% ударов Хабиб выбрасывает именно слева. Какое преимущество по общим попаданиям в пользу Хабиба? 90... Майкл Джонсон! Вот сейчас правый, правый... Последние секунды второго раунда просто уничтожили. До мозга костей, по-другому и быть не может. Именно тренеры из этого зала. Вот и работает на публику россиянин. Пинями оппонента. Есть Хобби, здорово, правый. Очень сильно замедлился. Все-таки эти удары не могли. В том же просто машина. Кто не сомневается, сумасшедшая статистика. Вот смотрим еще раз этот болевой прием. Но здесь шансов не было вообще никаких. Не мог Джонсон даже постучать. Быть в курсе всех главных турниров, не только по смешанным единоборствам. Declaring the winner by submission due to a Kimura, Хабиб Нурмагомедов! Поздравляем Хабиба Нурмагомедова, одерживает он очередной...